люди от хорошей жизни торгуют, вот, под торговую зарабатывают, чтобы заплатить за квартплату. А наши слуги приехали, гоняли, бабу с дедом гоняют. Рассказывают, где им торговать на чулочке, чтобы люди туда шли, платили хозяину рынка бабки за торговые места. Вот так вот действует полиция. Кто у нас там? А где ты значок, что я не понял? Не, а вот один значок есть. Вот так вот служат слуги народа. Вот эти бизнесмены мешают полицаям нашим. Люди, чтобы не стоять, не просить милостыню, зарабатывают, чем могут. Потому что, как у нас наступило покращение, люди уже не знают, за что купить хлеб. А эти жорики, получаю 8 тысяч, катаясь на хорошей иномарочке, ни в чем себе не отказываю. Гоняют обычных людей. Приехал уже второй экипаж. Опять гоняют бизнесменов. Чем вам эти люди мешают, блин? Вы не люди, блин. Thank you.